Привет, с вами я, Чики Чел, и сейчас я нахожусь в игре Барвиха РП на сервере Барвиха Северная. В эту игру я играю почти каждый день, поэтому если вы хотите поиграть со мной вместе, то скачивайте игру по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. А также, когда регистрируетесь, вводите мой никнейм Егор Чел и еще вводите мой промокод Чел. Ну а сегодня в видео я затюнингую свой новый гелик, который я купил совсем недавно, и покатаю на нем какого-нибудь бомжа и дам ему денег. Так, сейчас я открою свою машинку, то бишь Mercedes-Benz. И сейчас мы отправимся в автосервис. Так, и, блин, у меня же есть крутая функция. Я могу просто поставить точку и телепортироваться туда. Оба-на. Так только крутые могут. Итак, вот он, наш автосервис. Тут все очень дорого. Ну, хорошо, что у меня очень много денег. Целых 4 миллиона. Итак, я уже в автосервисе, и сначала нам нужно выбрать цвет. Черный я не хочу, поскольку он черный, блин, и похож на какой-то гроб, блин. А вот какой-нибудь белый было бы неплохо. Все, короче, я покупаю вот этот белый, пофигу, даже на цену не смотрю. Так, а теперь цвет фары. И я думаю, надо какие-то яркие поставить. Я думаю, либо красный, либо желтый. Ну блин, давайте желтый, как цвет золота, ё-моё. Все, купил. Так, теперь подсветка и... Ну, я не знаю, что выбрать. Ну, мне нравится больше всего вот эта радужная. Все, короче, я прокачал свою тачку, и, блин, ну она сочная такая. Теперь можно отправляться на вокзал и подбирать бомжика. Итак, я уже подъехал к вокзалу, и давайте выйдем и напишем в чат, кто хочет прокатиться бесплатно, ё-моё. Все, написал, ждем бомжиков. И, о, кто-то бежит. И... Меня! О! Нифига тут добежали! Все набежали, ё-моё, все хотят прокатиться. Ну ладно, ладно, я покатаю абсолютно всех и всем дам деньги. Уже кто-то попросил у меня и бабла. Итак, ладно, в мой мэрин сел только два чела, и чел просит довести до автошколы. Ладно, поехали. А хотя нет, телепортируемся, ё-моё. Я поставил метку и... Кстати, игроки не знают, что я ютубер. Они как бы понимают, что я богатый, но смотрите, ребята. Как вы видели ранее, у меня есть фича, то что я могу телепортироваться абсолютно в любое место. И вот сейчас я телепортируюсь в автошколу и посмотрим сейчас на их реакцию. Все, мы возле школы и ждем реакцию, и... Это чё? Это как? Челы просто не понимают. Ну и давайте этому челу напишем готово, то что мы приехали, ё-моё, а то он что-то не выходит. Еще бонусом отправлю челу 500 рублей, я бы отправил больше, но, к сожалению, у чела маленький левел, и я не могу ему отправлять намного больше денег. Лимит 500. Ребята, если вы когда увидите меня на сервере, подходите ко мне, не стесняйтесь, просите денег, я вам их скину, мне не жалко. А также покатаю вас, как этих челов, на своей машине. И, блин, а куда этого чела отвезти, ё-моё. Кстати, ребята, еще подписывайтесь на мой телеграм-канал, ведь именно там я скажу, когда я буду играть в Барвиху РП. На этом все, ссылка на Барвиху есть в описании и в закрепленном комментарии. Также не забывайте вводить мой промокод чел и мой ник при регистрации. Пока!